Radio Intense. В том числе отвечу на вопрос некого Виталия Бабия, очень известного в узких кругах, но это все чуть-чуть попозже. А пока музыка. Makes you move.
from the start. So stand up, we have got the party with the hands up. Never stop, they still survive. Go until the morning light. I can't get enough. I don't wanna feel confused. Just wanna get up. Girl, I wanna dance with you. The music comes up like the waves, it makes you move. Еще раз всем привет. Думаю, самое время добавить немножко солнечного настроения к этой, как это называть, к этому действу. И послушаем новый трек от Daft Punk в ремиксе от Esquire. Диджей Буржуй на Radio Intens. Отвечу на вопрос, который задавал Спартак. Да, действительно, я собираюсь украсть эту всю технику, но не потому, что она моя, а потому, что я выступаю в роли курьера. У диджеев зарплата слишком маленькая, поэтому приходится подрабатывать курьером. И завтра я, увы, ее увезу в Киев по определенному адресу. We'll be right back.
comienza la fiesta. Aquí, en la discoteca. Просто по поводу названия треков, все названия будут, но чуть-чуть позже, когда, собственно, программа закончится. Завтра, когда это все выложится в интернет, обязательно будет трек-лист. И я так думаю, всем, кому было интересно, как называется тот или иной трек, все будут удовлетворены. И да, к вопросу по поводу того, что отдает хаосом, действительно, это удивительно странно, но я хаос-диджей. Двигаемся дальше. Это, кстати, трек от украинского диджея Incognit. Называется он Adio. Наверное, так правильно будет называть. Прикольный трек в старом классическом звучании, так сказать, Incognit, который мне, честно говоря, очень симпатизирует. И вообще, если Денис когда-нибудь это услышит, увидит эту программу, всем ему именно хочу передать огромный привет. Чувак, ты крутой.
собственно, да, вот такой вот симпатичный трек. Перед этим мы слушали Funk Stars и диджейсик под названием Crack. Сейчас же мы продолжаем с треком от Michael Amberg под названием Dump. Тоже симпатичная такая работка, которую я, кстати, отлично протестировал в Запорожье на этих выходных. В Запорожье вообще отдельный привет. Был там в клубе Music Hall, мне очень все понравилось, очень классные люди, очень приятный прием. Думаю, ближе к осени еще тоже вернусь к вам, потому что действительно было круто. Кстати, по поводу ближайших планов, то на следующей... Когда на следующей неделе? Это я гоню. 1 числа я еду в славный город Умань. Там я буду играть в клубе «Арена». А сразу же после Умани вместе со «Спартаком» мы едем на Майопску, на Казантип. Если кто-то будет в Крыму, присоединяйтесь к нам. Do it like you're Hollywood. Do it like you're Hollywood. Turn the CIA.
пробегусь быстренько по ответам на ваши вопросы. Во-первых, это игра трек с очень длинным названием. Если кратко, то это Паула Артели и Люк Дегри. Трек Like Ya Голливуд в ремиксе Роллиль Веро. Второй ответ. Да, этот выпуск можно будет скачать как видео и как аудио. И это 168 выпуск микшоу Эпатаж. Еще был вопрос по поводу того, что за штучка слева. Во-первых, это ноутбук, я думаю, это всем понятно. А это Hector Pioneer RMX 1000 у DJ Ira. Такой же, мы как-то вот захотелось нам разнообразить наши сеты немножко. Благодаря этой штуковине. Но когда в принципе есть вот этот комплект, мало куда можно использовать этот эффект. Как-то так. Продолжаем с соседним треком, продолжаем Piano Pick от Хейбера и Крис Буллина. Love.
делаю так вот эту приятную штуку, это не случайно. А Виталик действительно сидит под столом и видит, что я действительно без штанов, поэтому ему виднее. Ну, естественно, не в том смысле, что он там сидит, он просто стол держит. Виталик, страниц мало открыл, надо больше. Что?
Говорят, что после такого покушать надо. Я думаю, можно и во время такого кушать. Хотя, вот видите, я худенький. Видимо, покушать не очень-то и помогает. По поводу стоимости заказов треков, это все вопросы должны быть к Виталию Спартаку, потому что он мой менеджер по заказам треков, поэтому ему виднее, сколько это все стоит. Не ведитесь на провокаторов, цены абсолютно другие, Виталик все озвучит. Ну, собственно, расскажу, что за треки играли. До этого был трек от некого исполнителя Daido под названием End of Night. А сейчас мы слушаем новый трек от Hugen Sling, Don't You Know. Хотя, в принципе, по словам было понятно. Don't you know, don't you know, don't you know, we belong to each other, yeah, don't you know.
Виталик, я объясню просто. Я им сказал, что вопросы по поводу заказов песен все к тебе, потому что ты мой менеджер по поводу этого эфира, и ты определяешь стоимость каждого трека. Поэтому извини, если я тебя нагрузят там странными вопросами, но ты же там, смотри, не продешеви, я же тебе должен буду как-то проценты отдавать. А вообще, кстати, если серьезно, то отвлекаю сейчас Спартака от того, что он пишет треки у себя в студии в соседней комнате. И сегодня подслушал, так очень даже забавный трещок получается. Думаю, он потом отдельно похвастается. И уверен, что первый раз вы услышите его именно здесь, на радио НТ. А это трек, ремикс от моих любимчиков Sick Individuals на Lia Labelle Lolita. Очень нравится этот трек, действительно классная работа. И вообще, ребята, Sick Individuals меня очень-очень радуют постоянно. Играют все их треки, и люди реагируют на них просто по бомбу. Поэтому обратите внимание на этих ребят, шикарный коллектив. Или это человек один, кто-то узнает, надо как-то поинтересоваться. Еще одна классная работа, уже ее в оригинале играл Sultan и Ned Shepard вместе с Nerva под названием Army, в этот раз в ремиксе Bass King. For all, I'll be your army. I'll be your hood.
Кстати, забыл сказать, что «Спартак» сегодня является еще спонсором моей футболки. Покупайте футболки в магазине «Бимонкей», спонсор DJ «Спартак» и этот прекрасный магазин. А, кстати, почему у нас на экранах ничего не показывается? О, показывается, прикольно! One for all, I'll be your army. Еще один спонсор нашего сегодняшнего выпуска – это Влад Леготкин, представляет компанию ВКонтакте. Ему отдельный привет и респект уважуха за все, что он делает для нас. И пора бы уже в гости зайти, а то на открытие приходило, теперь уже пора бы уже на какой-нибудь просто эфир зайти, выйти в конечном счете. Как я уже говорил, я совсем неравнодушен к ребятам Sick Individuals. Еще один от них ремикс, теперь уже на Roberto Giacosta. Этот трек называется, тоже очень классный, очень качающий грув. И вау-вау-вау. Ну и на всякий случай повторюсь, что
трек-лист будет, но отдельно уже вместе, когда будет выкладываться в записи этот микс, этот выпуск, где-где? В нашей группе ВКонтакте. I seen your face. I've been everywhere and back, trying to replace everything that I broke till my feet went numb. Praying like a fool, just shy of a gun. Heart's still beating, but it's not working. It's like 100,000 voices that just can't sing. I reached out, trying to love, but I feel nothing. Oh, my heart is numb.
незапланированный трек, я уже собирался заканчивать предыдущим, но мне Виталий Спартак разрешил, ну ладно, сыграй еще один трек, я вот решил сыграть для того, чтобы, специально для того, чтобы сказать: Спартак, иди сюда, помаши людям ручку. Вот, собственно, трек этот, это... Я не хочу ничего не говорить, но тебя люди вряд ли полноценно слышат, что ты говоришь. Но тем не менее. Последний трек — это трек от еще одного украинца, еще одного нашего друга Макса Фриганта. Кстати, надеюсь, он к нам в гости на радио НТН заскочит. Завтра, кстати, не пропустите, эфир будет диджей Кома, экс-Кома Джуниор. И кто еще? И будет диджей Митчелл. То бишь, нас становится больше, не пропускайте эфиры, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, и будет вам счастье. Let's go.